Имущественные налоги – весомый сбор для местного бюджета. По данным УФНС по городу Полевскому, в этом году городская казна должна пополниться суммой с уплаты налогов в размере более чем 54 миллиона рублей. За землю частные владельцы, согласно налоговых уведомлений, должны уплатить в бюджет Полевского 27 миллионов 657 тысяч рублей. Еще 27 миллионов рублей получит муниципальный бюджет за налог на имущество физических лиц. Это квартиры, дома, гаражи. Традиционно внушительный и транспортный налог, но он уплачивается в область. Вся информация, все налоговые уведомления выгружены в личный кабинет налогоплательщика, у кого они есть. И второй вариант их доставки – на почте заказными письмами. А теперь о нововведениях. Во-первых, в налоговых уведомлениях будет больше информации и появится новый раздел – налог на доходы, не удержанные налоговыми агентами. Это могут быть выигрыши и подарки от организаций. Информация налоговых агентов, которые предоставили в налоговый орган, значит, справки, официальную информацию в форме справок 2 НДФЛ, с тех доходов, с которых по каким-то либо причинам не был удержан налог на доходы физических лиц, эта информация официально доведена до налоговой инспекции, и объект налогообложения доходы по физическим лицам включены в налоговое уведомление для уплаты этого налога. Срок уплаты имущественных налогов 3 декабря текущего года. Второе нововведение касается налога на недвижимость. Он растет каждый год из-за поэтапного перехода расчетов по кадастровой стоимости. Сейчас налог берется у нас с инвентаризационной стоимости. В соответствии с нормативными документами к инвентаризационной стоимости ежегодно, значит, применяется коэффициент дефлятор. Если в прошлом году коэффициент дефлятор равен был 1,329 тысячных, то в этом году коэффициент дефлятор 1,425 тысячных, то есть это больше на 7%. Соответственно, если у нас увеличилась база на 7%, соответственно, увеличился и налог на имущество. В-третьих, за земельные участки пенсионеры будут платить меньше или вообще ничего. Зависит от размера участка. С этого года 6 соток не облагаются налогом. Вводится налоговый вычет, который уменьшает земельный налог на величину кадастровой стоимости 6 соток или 600 квадратных метров. Вычет, вот 6 соток и 600 квадратных метров, который я озвучила, он применяется для следующих категорий лиц. Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, а также для всех видов пенсионеров. То есть, если пенсионер имеет собственность или указанные категории лиц, они имеют собственности 2 земельных участка. По одному земельному участку льгота будет предоставлена 600 квадратных метров, а с оставшейся площадью будет исчислен налог, если у вас там не 600, допустим, не 6 соток, а там 10, да? А если у вас вторая, допустим, второй земельный участок будет льготироваться по решению Думы муниципального образования, потому что пенсионеры, имеющие собственность и земельный участок, они у нас освобождаются еще и по законодательству решения Думы муниципального образования. Но здесь я хочу акционировать пенсионеры, не работающие пенсионеры. Что касается вышеупомянутой спам-рассылки, в которой названы мифические льготы для всех, это 20 квадратных метров для квартиры, находящейся в собственности, 50 квадратных метров на дом и обязательный срок подачи заявление на льготу до 1 ноября. На самом деле это не имеет ничего общего с действительностью, уточняет Любовь Банникова. То есть с 2020 года будут применены все изменения, значит, которые введены, значит, в налоговом кодексе. Это и по применению льгот, значит, 20 квадратных метров и так далее, да? То есть сейчас действует старая система, это инвентаризационная стоимость и соответствующие льготы. Порядок изменений льгот не внесено никаких абсолютно изменений. То есть в соответствии с федеральным законом у нас предоставляется льгота по налогу на имущество на один объект недвижимости, на одну квартиру, на один дом. Если у вас в собственности две квартиры, два дома,
соответственно, льгота, что касается пенсионеров, я имею в виду, конечно, льгота, да, то есть пенсионеры получают льготу на один объект по максимальной инвентаризационной стоимости. Кстати, налоговые уведомления приходят и детям, если на них оформлены доли в квартирах, например. На них льгота по уплате налогов никак не распространяется. И еще, уведомления о налогах не получат те граждане, у которых общая сумма начисленных налогов не больше 100 рублей. Их приплюсуют к налогам будущего года. А вот что касается транспортного налога, то он остается неизменным. Уведомления формируются на основании данных, полученных от госавтоинспекции. А при обнаружении неточности суммы и данные корректируются уже налоговиками при личном обращении граждан. Ксения Болденкова, Сергей Чижов. Новости «Твой день».